вообще сегодняшний вечер начался очень интересно. Я не ожидала, что организаторы подготовятся настолько круто. Нет, конечно, я ждала что-то необычное, но настолько классного. Я даже не могла представить. Это просто крутая выставка, вы знаете. Чувствуешь себя как в каком-то таком классном кино про людей таких творческих. Прям вот чувствуешь себя в этой волне, что ходишь, смотришь такой, изучаешь, что кто написал, что как сфотографировал, нарисовал. Это очень на самом деле круто, спасибо большое. Я жду только положительных эмоций, вкусный сок, который вон там вот на столе, и дипломчик об участии, и, может быть, о чем-нибудь еще. She's still out to get me. I may say that it was your fault, 'cause I know you could have done more. Oh, you're so naive, yet so. How could this be? Мы делали это в первый раз и придумали все сами, и очень хотелось сделать этот конкурс по-настоящему крутым, чтобы все, кто в нем участвовал, кто о нем слышал, говорили «Вау!». Понравился ли вам конкурс? Ну, безусловно, да. Я вообще очень рад, что у нас в УГОТУ проводятся мероприятия по разным направлениям, в том числе и по таким. То есть, что можно проявить себя и фотографом, и дизайнером, и художником, и журналистом. К тому же, такие призы замечательные, что я думаю, этот конкурс наберет еще больше успеха в следующем году. True or false, it may be, but she's still out to get me. But she's still out to get me. Очень порадовал уровень работ участников и количество работ, потому что, ну вот если брать по журналистике, то это 27 статей, но это достаточно много, и большинство из них очень хорошие, очень качественные. Видно было, что участники старались, очень приятно было работать с этими творениями, оценивать их, и мы, ну вот я как уже сказала, старались сделать все очень стильно, очень красиво, чтобы все участники получили удовольствие, не только победители. Поэтому хотелось максимально наградить всех, создать такую атмосферу, чтобы всем было хорошо. Какие самые работы запоминающиеся, которые тебе очень сильно запали в душу? Ну, наверное, все эти работы уже награждены, либо они победители, либо выбор редакции «Взлет». Но на ум сейчас приходит работа Гузель Байгускаровой, вот она там, можно ее наблюдать. И очень интересно, что она использовала не какую-то одну технику, то есть просто там акварелью рисовала или еще что-то. Она сначала рисовала на бумаге там карандашом или чем, я не знаю, а потом еще и на компьютере что-то там как-то. То есть у нее такая совокупная работа, вот, и она очень стильно выглядит. Что касается, допустим, дизайнерских работ, это, ну, Лазаренко Евгений, он и выиграл, это понятно, его работы дизайнерские хорошие, Алисы Ахметшиной и Рустама Мамбетова, у них интересные дизайнерские решения, и действительно приятно смотреть на эти работы, вот, ну и по каждому направлению, можно так говорить, все победители и все номинанты, они запали в душу, поэтому мы их и наградили. I'm not saying it was your fault.